Итак, девчонки, ко мне пришла посылка. Это с TDCore. С TDCore мы сотрудничаем уже не в первый раз. И хочу сказать, что это, пожалуй, одна из самых лучших площадок для, в общем, реализации ивановского текстиля. Ну, на самом деле, я очень люблю этот интернет-магазин. У них каждый сезон какие-то нововведения, пополнение ассортимента. Очень много всего интересного. И тут у меня посылки, девчонки. Невероятно крутую штуку я себе выбрала. Это картина по номерам. И также тут и продукты питания есть. И на сайте, кстати, тоже. И офигенные толстовки, которые являются аналогом более дорогих. В общем, давайте открывать, смотреть. И все я вам по порядку покажу. Так, заветный ящик Пандоры. Смотрите, у нас тут идут брючки. Я себе заказала брюки 48 размера. Это, насколько я помню, зимние брюки. Ну, если не зимние, ничего страшного. Колготки под день будут зимние. На самом деле, под толстовки заказал. Толстовки теплые. В общем, вот такие брючки. 48 размер. Дальше у нас коробочка. Попозже ее откроем. Полотенчики. TDCore и носовые платочки всегда они кладут в подарок. Ну, и тут полотенчика идет специальное кухонное. Вот как раз-таки мне оно нужно было. Спасибо большое, TDCore. Вы умнички. Дальше шапку я заказала себе розовую. В поисках идеальной шапки. Когда я найду, ну, цвет, гляньте, какой балдежный, да? И сюда подходит, и под ногти под мои подходит. Под мои. Ну, посмотрим, как она на мне будет смотреться. В общем, такая шапочка. Светло-розовая. Сейчас на них акция идет. По-моему, скидка неплохая, если я не ошибаюсь. Так, собственно говоря, толстовка. Цвет сирень, они их есть в разных расцветках. 50-52. Да, большая, объемная, но так сейчас модно. Дальше у нас идет халва с кунжутом. Девочки, я боюсь, я это все съем сразу. Я такая чаевница стала в последнее время. Вот в Волгограде я не такая чаевница была. Тут я чай гоняю. Просто нереально. Раньше я кофе много пила, сейчас чай больше. С удовольствием попробую. У них, как я вам говорила ранее, продукты питания есть. И вот, пожалуйста, информация дополнительная. И внизу срок годности и состав. Вот так, чтобы видно вам было. Так, дальше. Помните, я вам говорила про картины по номерам? Я буду рисовать. Я очень хочу попробовать рисовать. Я не знаю, получится у меня или нет. Вот эта женщина мне напоминает мою маму очень сильно, поэтому, ну, это Мэрилин Монро. Я ее повешу на кухню, а вот эта картина с лошадками, вот она, какая должна быть, она прекрасно впишется вот сюда, или вот сюда, да, или вот туда. Пока что не решила, но с фиолетом очень хорошо сочетается. Так, так, две подушки я заказала. А, вот еще одна толстовка, девочки. Тоже 48 размер в ассортименте. Сейчас вам все покажу. Так, подушки две заказала. И трусишки человеку, боксеры. Размер я заказала 50-й. Они и вторые. Сейчас откроем, посмотрим. Ну, подушки как бы лишними не будут. Две вот таких подушечки. Коллекция. На все постараюсь ссылки, девчонки, найти и оставить. Ой, живи с комфортом. Какая подушка. Ой, не надо обратно. Ой, мне кажется, она была самая тяжелая. И предлагаю открыть вот это, эту коробочку. В этой коробочке у нас с вами, как я хотела эту штуку попробовать. Это джем из мандарина, по-моему, да? Состав мандарин, яблоко, сахар. Ой, я буду с удовольствием есть. Леша у меня не ест, поэтому я буду. Так, дальше. Заказала себе витамины вот такие. Это омега-3. Польза омега-3 для детей. Ну, я, короче, хочу пропить. Концентрат рыбьего жира для детей с витамином D. Ну, какая разница, для детей или для взрослых? Я вообще себя хочу ребенком почувствовать. Помолодела девочка. Дальше вот такую баночку оливкового масла.
Я, конечно, не знаю, будем ли мы на нем готовить, или же, скорее всего, буду использовать его для волос. Но, наверное, и так будем. Ну, конечно, лучше готовить на нем. А вообще я читала, я не знаю, девчонки, правда это или нет, поделитесь опытом, что вот оливковое масло, а потом какое-то еще льняное масло, ложку натощак, очень типа полезно. Вот, так кто пробовал, напишите, пожалуйста, как он, эффект. Дальше, кунжутное масло. Я извиняюсь, вот такое кунжутное масло, нерафинированное заказала. Девчонки, оно такое, мне кажется, ароматное. Я обожаю запах вот этот вот кунжута. И вот такую штуку. Это гранатовый соус. Девчонки, что тут нет на Тедекоре? Гранатовый соус. Блин. Я эстет, между прочим. Вот, вот такая была коробочка. Как видите, все упаковано. Молодцы, Тедекор упаковывают на соус. На соус. Давайте я все распакую и покажу вам поближе все, ну, качества самого того, что мне пришло. Из одежды я имею в виду. Ну что, девчонки, распечатала, посмотрела. А качества у меня никаких претензий нет. Как видите, у меня даже ни одной ниточки не упало. Это штанишки. Штанишки, мне кажется, такие. С высокой талии, как видите, от... Что летает, не пойму. Сейчас, секунду. Все равно, да, вот видно, распаковывала, как пыль летает какая-то. Вы видите вот эти вот? Фигнюшки. Ладно, в общем, мне кажется, рост будет мне коротковат, и сама посадка, это моя посадка, талия, как я люблю, и вот по составу, смотрите, хлопок, лайкра, но они, мне кажется, прям легковатые. Легковатые, но посмотрим. Я их попробую надеть, поносить, потому что у меня вот эти вот толстовки последующие идут. Но так, имейте в виду, брюки летние. Ну, относительно летние, не на холода. Вот эта толстовка в Тедекор стоила дороже, чем следующая, которую я вам покажу. Она теплая, у нее тут такие веревочки. А внутри это флис. Вот видите, да? Тут такой кармашек кенгуру, кстати говоря, тоже с флисом. Рукав у нас, плечика немножечко, как мне кажется, спущено. И рукав такой объемный. Ну, естественно, по всей толстовке у нас идет флис. Такой вот красивый лавандовый цвет. И вот вторая толстовка. На камере она смотрится как коричневая. Но на самом деле цвет, под ногти, да? Цвет такой вот сиреневый, темно-коричнево-сиреневый нюд. Написано Freedom. Свобода, насколько я помню. Мне очень понравился капюшон. Посмотрите, как он сделан, видите? То есть горло вот здесь будет вот так крест-накрест, шею не будет поддувать. Флис тут есть, но тут меньше флиса, чем вот в фиолетовой толстовке. Также у нас кенгуру. Вот тут вот резиночка. Все примерю. Как видите, разрезики. Спереди покороче, сзади подлиннее. Все примерю, покажу. Вот такой рукав. Блин, они такие классные. А знаете, на что похоже? Про что я вам говорила, аналог дорогих? Помните, у Натальи Ящук, я не знаю, как бы следите вы за этой семьей Хоменки. Вот, я следила раньше, и сейчас я подписана как бы на ее инстаграм, и у нее есть свой бренд одежды, называется Дуняша. Там наподобие таких толстовок. Мне так нравится, как они смотрятся. Они такие удобные, кайфовые, крутые, что я просто не могу ничего больше сказать и добавить. Мне кажется, это просто нереально круто. Вот. И я не могу, девочки. Как мне понравилась толстовка эта. Вот. И вот это она тоже очень похожа на нее. Но мне кажется, сейчас очень-очень много костюмов именно с вот, вот такой задумкой, потому что это реально очень круто. Так, раз, два. Смотрите, дальше. Шапка, походу, уйдет моей маме. Она мне как... показалось немножечко необъем, но я еще и не мерила. Померю, скажу вам обязательно. Но так она такая, не теплая. Не сказать, что прям супер теплая. У нее просто обычная такая вот, как... Тут нету ни флиса, ни меха, ничего такого. То есть она такая двойная, да, она... то есть она не одинарная, если так можно выразиться. Она такая вот вязка. Посмотрим сейчас. Ну, цвет кайфовый, да? Ну, трусики. Смотрите, прикол. Кельвин Кляйн, ага. Кливен, Кливен Кнайт. Но вот эти по качеству, кстати, трусишки лучше. Вот эти, они жестковатые. Ну, в общем, 50 размер, это где-то на 48-й. Да, 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 да. Так, все. И подушки еще не распечатала, не показывала вам. Так, халва, где моя халва? Сейчас еду, еду сюда.
Так, сейчас подушки распечатаю. Хочу еще платочки посмотреть. Смотрите, подушки 50 на 70. Мне сюда нравится 50 на 70. Да у меня и дома, в принципе, 50 на 70. И это бамбук. Бамбуковое волокно. Девчонки, я знаю, что многие из вас писали, что они выходят быстро из строя, но, как видите, пока что все нормально, они такие же пушистые. Единственное, что, когда я после сна заправляю кровать, я беру их и вот так вот как жамкую, сминаю их, чтобы снова их как бы сделать воздушными. С вашего позволения, я эти подушки распаковывать не буду, но, блин, они прям, как мне кажется, мягче намного. И мне нравится чехол с замком. И побольше. 50 на 70. И вон там 50 на 70. Ну-ка. Да, побольше. Вот, но они прям такие же точно, как те у меня. Вот в запасе будут. И сейчас, вон вторая подушка лежит. Сейчас полотенчики открыть хочу. Таких платочка вот таких. Раз. Блин, по качеству классные. Два. И три. И вот такое полотенчико. Нам под кухоньку Иван-чай вот такой вот рыженькой, как там и надо. Ай, это декор, как же, какие же вы молодцы. Я вот хочу померить вот это вот, я хочу очень сильно померить. Сейчас буду мерить, надевать на себя и смотреть, красоваться. Так, смотрите, девчонки, вот так вот выглядит фиолетовые толстовки ворот. Вот так вот она по длине, то есть достаточно длинный рукав, как я вам сказала, спущенное плечико. Сзади она выглядит вот так. Вот так вот. Ну, такая объемная, как и должна быть. И, кстати, штанишки прям идеально, как и должно быть. И вот такой капюшон. Вы увидели мою челку, которую я сделала. Опа. Классная. Мне очень нравится. Вообще кайфовая толстовка. Однозначно могу посоветовать. Она прям вот крутая. И капюшон глубокий. Видите, прям какой он глубокий? То есть вообще можно без шапки ходить. Вот так. Ну что, девчонки, мерю вторую. Сейчас вам длину штанишек покажу. Так, я надеюсь, хорошо видно? Вот длина штанишек. Так они выглядят сзади. Штанишки тоже классные, а толстовка, видите, такая, пупец прикрывает. Штанишки тоже классные, я не могу, девчонки, мне очень все нравится. Вот они высокие. Ой, лифчик был, извиняюсь. Вот так вот на талии все как нужно. По попе как. Толстовка, кайф, девочки. Это то, что нужно в холодный осенне-зимний период. Сейчас покажу вторую. Ка номер два. Она немножечко по-другому сидит, менее свободно как-то. У нее другой крой, то есть тут покороче сзади, подлинней. Она вообще по фасону другая. Тоже спущенный рукав. И вот он манжет. Манжет длиннее, чуть-чуть рукав короче сам по себе, но также тут флис и очень-очень глубокий капюшон, но без завязок, девчонки. Ну, тоже классно. Прям с дублейшеном, эмансипейшеном будет огонь. Мне все нравится. А, и давайте я вам покажу сразу шапку. Шапка на самом деле смотрится неплохо. У нее тут такой вот шов. Видите, да? Если щелкать, то вот так. Если без щелки... Сейчас. Если без щелки, то вот так. Ну ничего, да? Как презерватив. А вырезать оставить? Не знаю. Ну, в общем, шапка прикольная. Если вы не любите объемные, то это ваша история, сильно объемные. Если вы любите сильно объемные, то, к сожалению, нет. У меня башка здоровая, поэтому... Не могу ничего сказать, но толстовки однозначно рекомендую. Как они будут вести себя после стирки, не знаю, но так они мне очень-очень сильно понравились. Вкусняшки я вам обязательно расскажу по ходу действия этого видео, как они по вкусу и вообще понравилась мне еда. Шики.
Как это вкусно! Я сейчас вон чуть-чуть вот здесь соскоблила халвы. Это очень вкусно. А вот это, девочки, вот это вообще пушка. Это вообще просто. Вот так внутри выглядит, но там настолько все меленько, настолько все вкусно. Я сейчас с удовольствием буду пить чай с этим. Единственное, что халву я не буду злоупотреблять, она калорийная. Но ее много особо, кстати, не съешь. Вот сколько у нее там всего миндаля. Это наш с миндалем. Ой, ну как это вкусно. Красавчики, это декор. Вообще просто вкусноту такую делают. Вообще кайф. Конечно, дико извиняюсь, но тут туалет в парке Горького, и он с отоплением, он бесплатный, с отоплением, и он действительно офигенный. Девчонки, как вы поняли, я была в подружке. Ла-ла-ла. Тут я еще заезжала в Галамарт, и сейчас я вам покажу все, что я купила. Давайте. Галамарта, тут маски корейские по 49 рублей. Я взяла и себе, и маме. А тут, видите, с... Господи, забыла, как она называется, эссенция.
Так, тканевая маска змеиная для всех типов кожи. Дальше вот такая маска с жемчугом. Экстракта жемчуга не существует, но тем не менее, пусть будет. Еще одна с жемчугом и две с медом. Вот такие маски. Ну, соответственно, которые одинаковые, маме пойдут. Дальше себе взяла на пробу патчи вот такие. Они тоже тканевые, для зоны вокруг глаз. Тут 30 штук, Корея. И вот, пожалуйста. Ты-ты-ты-ты. Дальше я спрашивала у мамы, хочет ли она попробовать увлажняющий гель алоэ вера, который идет, я из Фикса ей купила, и вот такой тоже взяла. В подружке он стоит дороже, чем вот в этом Гламарте. В Гламарте 109, в подружке, я извиняюсь, девчонки, это вообще какой-то трындец с этими соседями, они меня просто уже убивают. Так орать, мама не горюй. Причем я с соседкой встретилась сейчас на лестничной клетке, это была сосед снизу. То есть у нас получается слышимость, не то чтобы слышимость, у нас вот эта труба, которая где обклеена была буковками, и от нее идет звук. Вот так вот. Как бы, может быть, мы что-то придумаем. Вообще есть предложение туда одеяло какое-то старое положить, чтобы слышимость была минимальной, чтобы мы их не слышали, потому что это какой-то трындец. То ребенок орет, то храпят, и это все слышно. Вот, но когда что-то работает, типа по типу там, я имею в виду, что-то работает типа этого, господи, как он называется, телевизор или телефон, или что-то играет, в общем, не слышно, а так очень слышно, так что извиняюсь. В общем, в подружке стоит 200 с чем-то, по-моему, рублей, я вам показывала, а тут 109. Но запечатанный, все как нужно, вот такой гель. Но она любит у меня, что сделаю. Так, дальше что тут еще? Смотрите, взяла я вот такую штуку. Она стоит 80 рублей, это подтягивающий гель-маска для лица, шеи, декольте, коллаген SD. Увлажнение и уход. Очень интересно попробовать. Как всегда, вы знаете, пост будет в Инстаграме. Рекомендуем другие крем для лица. Т-т-т-т. Удобное. Так, а вот мне интересно состав. Ну вот, девчонки, состав, если хотите почитать. Так, две взяла, одну себе, одну маме. Попробую. И дальше пойдет подружка. Я взяла вот эти сашетки на пробу, думаю, не буду брать полноразмерку. Шампунь для волос, питание, регенерация от Эвелин. И маска вот такая с кокосом. Посмотрим. Так, дальше, что я еще взяла? Знаменитые салфетки. Как давно я хотела попробовать. Это, по-моему, отшелушивающие, скрабирующие, правильно называются. Дип. И вот так вот они, правильно. Салфетки лица скрабирующие, 25 штук. Так, обладает приятным охлаждающим эффектом. Посмотрим, мне очень интересно, если честно, посмотреть на их эффект. Вот он состав крупного специально, изготовитель Кореи. Посмотрим. Кстати, у них гидрофильные масла есть, и средства для снятия макияжа и так далее. Самое интересное я ставила на вишенка на торте, так скажем. Продукты для губ у меня тут. За 99 рублей я взяла вот такой вот тинт себе. Peach Ideal. Ну, не знаю, почему-то мне понравился цвет. Попробуем. У меня же татуаж, и может быть по-другому как-то будет выглядеть. Тем более тинт, а чё бы не да. Ну, захотелось мне. Помаду эту от Эвелин я очень сильно хотела. Это оттеночек 08. Он очень красивый. И румяна вот такие. Румяна 119 рублей, по-моему, стоили. Это оттенок 03. Сейчас я открою. Сводчи хочу сделать. Вот. И посмотрим с вами. И также вам покажу подарочек от моего мастера по волосам. Что она мне подарила. Это, забегая вперед, хочу сказать, продукция Greenway, она мне просто подарила, то есть, девчонки, нет такого, что я в какой-то секте уже, как многие говорят про Greenway, там, в секте или еще в чем-то, просто подарила, показываю вам, и заодно, может быть, протестируем сейчас сразу же на моей плите, она говорит, что должно все оттереть, паста там специальная, в общем, сейчас покажу, протестирую, и начало сводчи. Значит, смотрите, девчонки, посередине это румяна. Это у меня, видите, от перчаток пошла аллергия по коже, видите? Это все от вот этих латексных перчаток. Я поеду в Волгоград, вот как раз-таки следующий влог будут сборы в Волгоград. И я хочу сказать, я куплю себе тряпичные вот эти перчатки, я не могу. Видите, какое у меня жесткое обсыпало от перчаток. В общем, посередине это румяна, оттеночек 03. Вот он. Снизу это помада. Тотальный такой нюд без подтона. Видите, прям вот нюд-нюд. И сверху тинт.
Как видите, он разбегается немножечко, разъезжается. Он такой ярковатый. Ну, посмотрим, как он будет. Ну-ка, сейчас, секунду. Вот я его потерла, он не стирается. Ну, ничем не пахнет, но вот эти три продукта классные, вот эти вообще суперские. Вот, это еще не пробовала, буду все тестировать. И маску тоже мне очень интересно. Как всегда, пост будет в Инстаграме. Сейчас покажу подарок. Вот такой пакетик она мне дала. И вот тут внутри вот эта паста. Я в Инстаграме уже видела ее отзывы, но я ни разу не пробовала. Фарфор, керамика, пластик. Стекло, нержавейка, санфаянс. Вот такая штукенция. Посмотрим. Видите, все запечатано. Протестируем. Даже прямо сейчас протестируем. И вот такую вот губку она мне дала. Говорит, вот это все ототрет тебе. Ну вот посмотрим, девчонки. Протестим и, как говорится, в прямом эфире. Вот такой у нас с вами был марафет. Ой, я так рада, что я в подушку попала. Вот, много чего есть дешевле. И вообще большой ассортимент. И я прям действительно там позалипала, постояла. Мало снимала, знаю, но мне бы хотелось прям позалипать там. Итак, рубрика «Эксперименты». Так, открыла я пасту. Вот так вот она выглядит внутри. У нее вот такая консистенция. Прочитала инструкцию. У меня губка специальная. Она вроде бы как такая вот, как будто губка для мытья посуды. Вот что-то вот такое по тактильным ощущениям. На смоченную поверхность буду наносить сейчас пасту. Одной рукой неудобно. Блин, как тинт въелся, да? Кстати, на камере он розовее. На самом жизни он намного краснее смотрится. Сейчас будем пробовать вот это все оттереть. И обязательно вам покажу результаты, впечатления, поделюсь впечатлением о продукте. Вот, собственно, результат. Вот сейчас свет включила, кое-где увидела еще дополнительно, где можно потереть. На самом деле, вот и этой губкой классно работать. Вот. Ни о какой магии я пока не заметила в пасте в этой, честно могу сказать. Потому что, может, у меня сама по себе плита такая убитая, как бы тут ей ничего не поможет уже. Вот. Но губка мне понравилась. По поводу пасты я еще потестирую на других поверхностях. Мне очень интересно на кранах посмотреть. А вот тут для чего ее можно использовать. И, девчонки, если там будут какие-то вопросы, я оставлю вам Инстаграм Мэри. Это девочка, с которой мы дружим. Вот тут она парикмахер. И как раз таки вот она мне подарила. Если у вас будут какие-то вопросы по Greenway, то можете ей спокойно задать и, в принципе, посмотреть, какой там есть ассортимент. Но я буду дальше тестировать, девчонки. Еще раз вам говорю, я не сектантка. А то еще подумайте, что я типа специально вас туда перекидываю. Нет, девчонки, просто вот чисто на интересе тестирую. Мне как бы потом хочется сделать свой собственный вывод. Ну и на этом я влог буду заканчивать. Опять на моей плите. Я вас всех очень сильно люблю, целую. И до следующих видео. Пока-пока.